17 апреля. Радоница. День поминовения усопших. На Кубани эта дата является выходным днем. Для всех ли? И правильно ли Радоницу отмечают кубанцы? С того знаешь, кто завтра праздник? Завтра? Какой завтра число? Завтра 16, да? Хай знает, какой завтра праздник. А завтра родички день. Радоница. На кладбище можно пить? Нет. Потому что пока все могилки обойдешь, уже и наживешься. Тут не только на кладбище, тут на улицах везде пьют. Да этого ж не должно быть. Пить алкоголь на кладбище. Вопрос. Мы пьем шампанское на кладбище. Мы пьем шампанское. Пьем шампанское. На кладбище пить и кушать нельзя. Почему? Потому что это некий заговор и связь с демонами. Как медик могу сказать, что алкоголь вредит здоровью, так что лучше не надо. Это традиция, принятая здесь. Да, это же традиция. Выпить я люблю, да. Это в советское время так почему-то приучили людей. И они вот. Я против этого всего. Ну, как по церковным обычаям, можно вино выпить так, чуть-чуть так. Кладбище – это не место для выпивки. Но завтра выходной, вас вы отдыхаете? Ну, у нас сегодня в республике выходной, мы и завтра отдыхаем, и сегодня. Да, мы все время отдыхаем. Я считаю, что нужно в этот день собираться за домашним столом. Своей семьей, вспомнили родственников, поговорили хорошим словом, как говорится. Жизнь и смерть – это одно и то же, и поэтому мы пьем шампанское на кладбище.